нашей праздничной сцене народный детский ансамбль песни и танца «Зернышко». Руководитель Галина Еремина, Оренбургская областная филармония. Like.
Дружные несмолкаемые аплодисменты артистам. Ну что, дорогие друзья, вот и подошел к своему завершению наш праздник. И, конечно, хочется сказать много добрых слов в адрес всех участников. Ведь каждый из них, мы уверены в этом на 100%, единственная и неповторимая личность, путь которой на этой земле только-только начинается. И мы уверены на 100%, что каждый путь будет особенный и неповторимый. Хочу вам пожелать не бояться, всегда верить в себя и в свои силы, дарить добро, радость и любовь. И пусть каждый выход на сцену остается навсегда в вашем сердце и в сердце зрителей. Да, мы с удовольствием напоминаем, что каждую пятницу в 19:00 на протяжении всего лета всех жителей и гостей Оренбурга здесь в парке имени Ленина ждет насыщенная программа от творческих коллективов города и области. С нетерпением ждем вновь встречи с вами уже в эту пятницу 3 июня в 19:00 вечера. Будет весело и интересно. Вас ждет встреча с лучшими выпускниками Оренбургского государственного института искусств имени Ростроповича. Мы не прощаемся с вами, дорогие друзья, надолго. Говорим вам до свидания. До новых встреч!